Всем привет, мои хорошие. Всем привет. Собака кусака. А собака кусака. Нельзя снимать. В общем, мы на прогулке. В лес мы пока не поехали. С виду он чувствует себя неплохо. Ведет себя так же, как и раньше. Рвоты у него так и не было. Он с этим намордником ведет себя вообще неадекватно, хочет куда-то убежать. Нельзя снимать, вон что делает носом. Нельзя. Мартин. Мартин. Ну что, говорит, тебе что? Выходим из подъезда, а там мужчины приехали кому-то, ну, ребят молодые, кому-то делать потолок. И это. И стоят, нас пропускают, мы идем, а он же, ему же надо всех понюхать, я его всегда ругаю. А молодой человек говорит: Мартюш, нельзя, нельзя. Собака говорит: лизака. Я говорю: да-да, мы не, я тебе сейчас, ну-ка, нельзя, сейчас снимет, снял. И ну-ка иди сюда, я зря тебе расслабила, да, сейчас одену обратно. Не знаю, насколько ту же затянула, но затянула. Пошли гулять. Я просто не могу одной рукой контролировать его и вам снимать. Нельзя. Я так его одной рукой держу, а второй рукой дергаю, если что. Что, никак? Мне важно посмотреть, что он съедает или не съедает что-нибудь через него. Да, Мартюш? Давай, пошли гулять. Пошли гулять. Ну так хотя бы у него мозги отключенные от того, чтобы что-нибудь сожрать. И мужчина говорит: я знаю, что это собака лизака. Все жирака на улице. У меня, говорит, такая же. Пошли гулять, сказала. Так что, походу, они лабрадоры, блин, все такие. Особенно после 3 лет крышу сносят. Сидит, сидит. Успокаиваемся. Приучаемся ходить в намордники. Забыл. Ну, ничего. Жопа не замерзла? Мартюш? А, Мартюш? У тебя жопа не замерзла? Мартюша? Ноль эмоций. Ты не замерз? Копальщик. Ну пошли, попробуем дальше походить. Пошли. Он привыкнет и будет в нем ходить. Поймет, что его снимать нельзя на улице, что это атрибут уличный. И все. Да, сейчас надо первое время поругать. Словами нельзя. Нельзя, я сказала. Все, уже копнул. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, я сказала. Мартин, ко мне иди. Смотрите, на морде. Все слетело, земля. Все, мои хорошие, потом расскажу, потому что неудобно одной рукой управлять собакой на улице. Нельзя, копнуть хочет мордой. Нельзя, я сказала. Вот писить можно. Ну, вы просили. Я не могу вам отказать. Вот она. Долбаная херня.
Хочу железку найти. На месте она или нет? Вот она, железка. Вся смятая. Короче, вся на месте. Вот вам и реальное говно. Мы с ним бегали. Железка на месте. Да, чудо? Сначала круто покакал. Пошли. Другой намордник буду ему покупать, который полностью закрывает. Посмотри на маму. Мартюш. Мартюша. Вот он. Может взять палку? Ну-ка. Нет, не может. Может, все равно. Видите, все равно палку берет этим намордником. Нехорошо берет, рот не полностью открывает, пасть. Но берет. Первый раз покакал круто. Второй раз жидко. И это жидко вышло. Прям такой этой, ну, длинной штукой. Говорю, дай-ка я посмотрю. Взяла палочку, поковырялась. Точно маска. Слава богу, что это было при мне вышло. Я сначала подумала, что у него там кровь в кале, а там помидорки, видать, плохо переварились, которые я ему вчера давала. Но я думаю, что намордник надо другой. Вон он, видите, грызет палку через этот намордник. Все, Мартюш, пошли домой. Домой пойдем. Оставь палку, пошли домой. Пошли. Мы с горем пополам чуть-чуть приучаемся все-таки. В этом наморднике, и он отвлекается, если его отвлекать. Если оставить его в свободном плавании, он начинает его снимать. Фу, слава богу. Пришел сразу кушать. Кушай, кушай, моя зайка. Не знаю, может, какую-то таблетку ему дать. Сейчас Олечке напишу, спрошу. Какую-нибудь, не знаю, противовоспалительную, что ли, или само. Вот оно было прям обволокано в какашке сильно, скрученное прям трубочкой. Поэтому я не думаю, что ему там что-то навредило. Оно прям так трубочкой и вышло. Кушай, кушай, моя зайчика. Ну, кушай, кушай еще, кушай. Теперь надо понаблюдать пару дней за какашками, чтобы там мои сомнения, что это помидорка, что это была точно помидорка. Да, чудо мое. Пей водичку. Вот, молодец. Все, покушал хорошо.
первый раз. Вчера он не ел весь день, вечером только поел. Да, скажи, кто-то у нас тут потолок делает. Еще пить хочешь? Иди пей. Иди пей. Мама всю ночь не спала из-за тебя. Мы с ним гуляли 2 часа. Сегодня это очень долго. Я обычно с ним минут 40 гуляю утром. Сегодня 2 часа гуляли. Че, грустишь? Хулиган. Простую тряпку съел, я бы так, наверное, не переживала. Да. Чудо. Ага.